Свои изделия женщины подарили дому для приема гостей, чтобы прихожане сидели на национальных казахских курпе. А началось все с поездки в Мангистаускую область на святые места Бекет-Ата. Мы приехали туда и увидели, что в местах для проживания посетителей застелены курпе с узбекскими и туркменскими узорами. Но не было ни одной с нашим национальным узором. Я решила собрать по всей республике изделия с нашим национальным колоритом и застелить все там. Если честно, то по всему Казахстану очень много мест, которые требуют подобной практики, будь то мечети или же места батыров. Так, как тюбинские мастерицы подарили мемориальному комплексу Есет Батыра курпе, одеяло и подушки. Среди них индивидуальный предприниматель Гульбаршин Накешева. «Мы сделали все это с намерением внести вклад в развитие нашего региона», — сказала мастер. Приехать сюда мы захотели единогласно, тем более сюда забралась Рзатурсунзада. Также единогласно решили шить изделия и привезти сюда в дар, получить благословение. Приятно делать такие поступки. Теперь наши работы увидят все, кто приезжает к мемориалу. По просьбе актюбинок с 13 по 16 марта фестиваль Курпефест пройдет во второй раз. Более 200 женщин изъявили желание принять участие в семинаре. Динара Абдуалиева, Асем Самбаева, Азамат Сауханов, телеканал Актюбе.